В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам подготовки и проведения предстоящих парламентских выборов в нашей стране. С удовлетворением отмечен налаженный, открытый и конструктивный диалог Узбекистана с ОБСЕ и ее институтами, в частности, плодотворное сотрудничество с бюро. Была высоко оценена активная деятельность миссии наблюдателей БДИПЧ в рамках подготовки к предстоящим парламентским выборам. Эксперты бюро принимали участие в процессе совершенствования национальной избирательной системы. Большинство их рекомендаций и предложений было учтено и внедрено в законодательство нашей страны. Представитель БДИПЧ искренне поблагодарил за оказываемое внимание работе миссии и выразил поддержку проводимым демократическим преобразованиям и социально-экономическим реформам в новом Узбекистане. Особо отмечено, что нынешние выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе на основе положений обновленной Конституции Республики Узбекистан, предусматривающей усиление роли парламента и местных представительных органов власти. Во время встречи с президентом, за которую мы искренне признательны, у нас была возможность обсудить работу миссии по наблюдению за выборами, которая будет охватывать весь процесс выборов, включая события в день голосования на парламентских выборах. Мы также обсудили различные аспекты политического, экономического и социального контекста, в котором проходят эти выборы. Затронули важные реформы, которые происходят в Узбекистане на протяжении последних лет. Как человек, который неоднократно посещал Узбекистан, я, безусловно, заметил ряд важных изменений в различных сферах жизни страны. Мы обсудили с президентом вопросы, касающиеся ОБСЕ в целом и Бюро по демократическим институтам и правам человека в частности, и выразили взаимную заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в самых разных областях. Я выразил признательность за то, что Узбекистан вновь пригласил нас оценить соответствие избирательного процесса международным стандартам. Мы обсудили также важность нашей работы по предоставлению рекомендаций для дальнейшего совершенствования процесса.